Хорошо, хорошо держусь. Смотрите, броневик свое дело делает. Ну, самое дольше проехал. Ей все привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Крошка, Крошка, Мормышка, Дардрагон, Могар, Морган, Мув. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Всем приветики, омлетики. Всем привет. Ребята, мы скачали новый мод на пулеметы, пушки, всякие зенитные устройства, поэтому будет очень сложно мне проехать. Я должен через все поле, через все пулеметы, всех пацанов проехать и взорвать бомбу. Пацаны, вы готовы меня мочить? Да. Для начала берем очень простую машину, проверить, что с этого получится. Так, разгоняемся. Быстрее, быстрее. О, дымовуха пошла. Стойте, стойте, это было очень быстро. Почему так быстро? Хорошо. Потому что мы готовы были. А, вы были на готове. Хорошо, давайте, пацаны, тогда возьмем что-нибудь побыстрее. В дальнейшем у нас есть броневики. А, эта машина шлифует. Да стой, у вас там пулеметов триллион штук. Она шлифует, эта машина не рассчитана для песка. Вообще. А, о, колесо пробили, смотрите, как прикольно. Вот давайте насладиться моментом, вы что мочите так быстро? Хотя есть там много мощных пулеметов, я пацанов попросил, пожалуйста, не надо мощные пулеметы. А то Серега там хотел уже пушки, которые ставятся на какие-то танкеры военные. Да блин, а... Хорошо, доходим до тяжелой артиллерии. Давайте, о, давайте для прикола возьмем с ковшом. Может, все-таки ковш какие-то пули возьмет на себя, примет? Да, смотрите, с ковшом дольше держится намного. Ого, они даже воздушный удар на меня заказали. Серега, вы немного на меня тратите бюджета, чтобы меня завалить? Колесо мое прилетело. Может, кто-то на левую пушку поставит? Может, хватит на минигане сидеть? Давайте для проверки, смотрите, что будет. Крошка. Если бы я вот то выехал. Сразу. Ребята, это был макет. Там я не сидел. Я просто проверил, что вы делаете с машиной. О, смотрите, у нас же есть вот такой вот броневик. Давайте все-таки проверим, продержится или нет. Но я вам сразу скажу, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что бомба будет взорвана. Хорошо, хорошо держусь. Смотрите, броневик свое дело делает. Ну, самое дольше проехал. Кстати, военная техника все-таки, знаете, тоже неспроста придумана военными, чтобы выдерживать всякие удары. Машина с Half-Life 2. Как вы думаете, она дальше проживет или нет? Но она, по крайней мере, быстрее. Она быстрее намного. И мы просто жарим на ней. Смотрите. Вот это сила. Дольше всего. Ой, больше всего проехал. Прям сильно. Смотрите. Я даже там бомбу вроде через решеточку вижу. Да прекращайте, ребята. Вы же мне не даете никакого шанса вообще. Подождите, а это что у нас машина? Это не то. А если мы возьмем, допустим, вот эту машину и попробуем сделать вот так вот, по краешку проехать. Им тяжелее будет намного попадать, потому что один бок все-таки прикрытый. Отлично, ребята, я доезжаю. Доезжаю до бомбы. Сейчас я ее взорву. А вот сейчас бомба будет взорвана. Отлично. Моя тактика сработала. Я знал, что я смогу. Так, осторожно, осторожно. Серега, ах ты подлец, ты пулемет перевернул, да, на другую сторону? Нет, тут запасной у меня стоял. Ах ты хитрый, ты заранее знал, что я могу там проехать? Не, ну ребята, видите, Серега просто таки продуманный челик. Так, ребята, сейчас я возьму самую мощную тачку, которую я могу только придумать. Давай. Блин, на диване не получилось, диван загорелся аж. Челик против пуль на диване выезжает. Ну что, ребята, все-таки дошли мы до этого пака, где находится у нас тяжелейшая техника. Ну что? Отлично. Как танк делает вещи, ребята. Я знал, что это будет момент. И я покажу, когда на танке лупашек. Вот это сила! Вообще мне не вынесли. Я сделаю это красиво, ребята. Я для вас все стараюсь.
Это было эпично. Я не могу, он я встал. А, блин, танк скользит по горе, говно. А, инерция. Блин, пушка выше не поднимается, представляете? Пушка выше не... Газуй, 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 газуй. Блин, я скользю по траве, пацаны, это подло, западло. Газуй, 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 газуй. Так. Так, тут я недостижим. Тут я недостижим. Ты что, самоубийца, что ли? Слышь, они вышли голыми руками против танка. Вот это психи. Серега, пушки ставит и Белла, я вижу. Я еду. Я еду на танке. Ладно, не избавлять скорость, потому что инерция есть. Вот-вот, а теперь можно сбросить. Отлично, отлично. Он сверху. Ого! Ух ты! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Я опять скользю по траве! Я же стрелял, видите, бомбу четко попадал с танка, она не активируется, надо прям наехать. Ух ты, там зеленчится! Я его мочу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Вот так вот, прощайте! Прощайте, прощайте! Почему эта бомба вонючая, пацаны, не взрывается? Есть. Серега, согласись, танк был мощный. Да, очень. Серега, сейчас у нас будет второй раунд. Теперь вы можете поставить самые мощные пулеметы, которые у вас есть. Ну что, мы закончили на том, что на танк я смог проехать и все замочить. Пробуем еще разок. Теперь у них очень мощные пушки. Ого, это реально мощно у них сейчас оружие. Ничего не могу сказать. Но я пока не спрои... Еще разок, хорошо? Хочу еще раз попробовать, потому что мне кажется, как-то нечестно было. Давайте возьмем побыстрее танчик. Вот этот танк, он будет побыстрее, реально. Ну что? Полетели. Лобовое просто будет удар наш в лоб. Вот это скоро, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй, аж пушка отлетела. Так, прикольно было, ну что? Вот это, согласись, у нас очень мощное оружие. Да что ж такое, Серега? Да ничего, ничего. Сейчас. У тебя получится, да? Да, да. Ого, у нас там взрывы. Ну мне только дайте выехать. Хорошо, давай дадим Сереге доехать до камня хотя бы. А от камня будем фигачить, ты готовы? Да. До этого камня доедет когда? Ну где он? Я его не вижу. Я вижу, я вижу. Давайте, дайте доехать ему. Три, два, один, огонь! Серега, ну попытка. А как это ты дымовуху пускал? Нет, это вы. Офигеть, вот это у нас, пацаны, сегодня мощь. Я с другой пушки хочу пострелять. Давайте с этой пушки постреляем. О, а не, она рахитная. Давайте с этой постреляем. Ого, Серега. Вот это пушка. А где... А кто взорвал? Серега, ты... Ах ты протестант! Да так же нечестно! Ребята, смотрите, бомбы в воду падают все. Ой, какие-то мимо, какие-то в воду. Ой, эпичные кадры. Кабум. Даже мой компьютер уже 16 FPS держит.
Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. It's delicious.